Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Минобразования Чувашии начинает новый проект наставничества. Каждому молодому человеку, вступающему во взрослую жизнь, нужен старший друг, который поможет поверить в себя и поддержит советом. Особенно важно это выпускникам интернатных учреждений. Найти для них наставников – задача благотворительного фонда «Это чудо» и Национального телевидения Чувашии, которое присоединяется к проекту. Начиная с 21 января, еженедельно по воскресеньям, мы будем показывать видеоанкеты ребят, которым нужны наставники. Первые, с кем мы познакомились, юные художницы Саша и Вика. Сестры очень дружны, но хотели бы, чтобы у них появился новый друг. Взрослый друг, который будет меня поддерживать в трудную минуту, в сложных жизненных ситуациях, который мне скажет: «Я в тебя верю». Смотрите первый выпуск программы «Мой новый друг» 21 января в 20:00 в эфире Национального телевидения Чувашии.